Так, приехала вот такая машинка. Удар в заднюю сторону. И загнула балку. Криво колесо стоит. Я Вадим. Ставьте палец вверх, если вам нравится, и подписывайтесь. Поехали! Так, ну вот, видно, что загнуто. Колесо все порвало. Это порвало. Ехали, и вот об этот лонжерон или кто это, брызговик, порезало. Короче, даже трубка не помялась топливная. За этот, заливать топливо. Лонжероны все целые. Нигде ничего не щелкнуло, нигде ничего не склалось. Так что сейчас будем снимать балку, новую ставить. Так, что мы сейчас открутим? Стойки снизу. Отцепим трубки тормозные. Трубки отцеплять будем здесь вот. Потому что будем снимать вместе с креплениями. Так, что у нас тут? Ага, АБС-ку надо отцепить, датчик. Вот он, штекер. Так, и сейчас снимем колеса. Нам надо тросики ручника отцепить. Хотя они тут уже заржавевшие. Ну, вот так вот подонкратили на два донкрата, чтобы колеса крутились. Так, и вот с этой стороны задевает диск, этот барабан за колодку. Вот. В одном месте. Значит, ступица здесь загнутая, ступицу надо менять. У нас с этой стороны нормально, все ровненько крутится. Ну все, снимаем колеса, разбираем колодки и снимаем тросик ручника, трубки отцепляем, все это дело. Так, ну вот, датчик отцепили БС-ки и шлангу открутили, трубку от шланги. И заткнули ее, как он называется, колпачок, который, ну вот этот вот сбросник, закрывается вот таким же. Заткнули, чтобы у нас жидкость не бежала. Все, сейчас ту сторону отцепим также. И откручиваем вот эти вот болты, три штуки. Здесь болт и две гайки. Ну и все, что тут еще? Так, а с этой стороны шланга крепится к кузову, ну вот к лонжерону. Здесь вот крепится крепление вот к этому, а здесь к лонжерону. Так что будем откручивать вот здесь вот из балки. Шлангу оставим на кузове. Так, ну вот открутили с этой стороны все. Поставили вот так вот стоечку под середину балки, чтобы она держалась. И сейчас будем опускать стойку и убирать балку. Вот, привезли балку. Тоже с гранты, но без АБС. У нас там стояли датчики АБС. А здесь нет отверстий под них. И поэтому придется сейчас
переставлять вот эти вот, как они называются, кронштейны или кто они. Короче, на чем цилиндрик держится и колодки. Здесь и колодки здесь простые, не под АБС. Сейчас ту балку разберем, и эту надо будет тоже разбирать. Вот у нас датчик стоит АБС. Вот он где прикручивается. Там на той нету отверстий этих. И она прикручена вместе со ступицей. И вот еще один болтик под отвертку. Так что надо будет снимать саму ступицу. Вот здесь все равно уже подшипник нерабочий. Все, сейчас откручиваем вот эти вот болты под шестигранник. Сейчас надо сперва ступицу снять. Все, я откручиваю вот этот вот болтик под фигурную отвертку. И снимаем. Все, сейчас разбираем с той стороны и разбираем ту балку. И отсюда туда все переставляем. Так, ну вот собрали все полностью с обоих сторон. Вот вторая стоит. Сразу взяли трос ручника новый и колодки новые под АБС. Все, сейчас все в обратном порядке собираем, ставим. Ну вот так поставили запаску. Все поставили. И что у нас получается? Получается все ништяковско ровненько. Вон по переднему колесу. Так что все ништяк. Понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся. Все.